Перец сладкий, красный гигант, раннеспелый сорт. Вегетационный период от всходов до биологической спелости 135-150 дней. Куст высокорослый, высотой 55-60 см. Плоды крупные, призмовидной формы, массой 150-180 грамм, красного цвета, отличных вкусовых и товарных качеств. Толщина мякоти 5-6 мм. Выращивается в открытом грунте и пленочных укрытиях. Сорт ценится за хорошую транспортабельность плодов.